кашу овсяную. Наверное, блинчики. Ну, уверенности нет, но в принципе все есть. Сегодня ты ел, как все, кашу и яичницу. Как я могу предполагать-то? Я не знаю, что на завтрак, но манты любит есть. Он постоянно спрашивает вторую порцию. Овсяная каша, творог и, конечно, йогурт с мюсли. Или мюсли с йогуртом. Ну, скорее, первое, скорее, мюсли с йогуртом. Он говорил, я не помню. Все, что у меня в голове, это он ел. Ест нормально. Рыбный суп пускай будет. А я предположу, что это молоки. Ну, рискну предположить, что квашеную сельдь он не очень любит. Я не то, что терпеть не могу, я просто не ем селедку. И все, что связано, как бы, ну, вот с такими блюдами, как селедка, обычная селедка, селедка под шубой. Не могу просто есть с детства. Не знаю почему, но не могу сказать, что вызывает отвращение, просто не ем. 13 US. В российских не знаю. 13 US. Сейчас, это я помню. Американский 13-й. Европейский, по-моему, 46-й или 46-й. Да, 46-й, наверное. 47,5, это если игровые. Размеры европейские и российские отличаются, поэтому мы считаем в этих US в американских размерах. У меня 13. Мыть посуду. Да. Мыть посуду. Я думаю так. Мыть посуду? Мыть посуду, наверное. Я Ольге еще давно сказал, я говорю, посуду мыть в нашем доме не буду, поэтому покупаем посудомойку, все. Может быть, на боевике каком-нибудь. Кэпа. Капитан Америки, наверное. Даже не знаю. Может, Оби-Вана Кеноби в «Звездных войнах»? Если бы мне представилась такая возможность, то, наверное, скорее «Железного человека». Почему про игры-то?